Тут ты красавчик. Ну, в общем, да, это случилось, я попал в Париж. Ну, вот так вот это все здесь выглядит, очень оживленно, много людей, ходят такие ребятишки темненькие, предлагают сувениры. В принципе, брать можно, потому что это дешевле, чем там в ларьках. Телевизор во Франции. Иди посмотри кадр. Париж, сонная вы, там что-то седая ночь в тебя влюбилась, Париж. Какие еще знаешь? Парижские улицы, деревья целуются. Но не именно про Париж, да. Еще. Лондон, Париж, голуби вверх. Великий Криш. Да. Криш. Криш. Ну, Оля, твой выход. Le passant, le passant, je passe mon doigt à la garde y penser. La pas brasée dans leur corps blessé. Leur passé, c'est des rois, nous les bras, sans se soucier. Qu'est-ce qui se passe, c'est le feu, je perçois le jour de pas. Art visage comme des masques me fait l'effet répugnon. Qu'il ressemble, ces dernières dedans. Allez, belle, c'est quorum. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Et s'il vous plaît, ta seule capacité de prendre le fait de clé, ça s'est référé à un système de pensée dans sa tête. А Париж, quand un amour pleut. Понятно, короче, на зеленке в студии все сняли и подложили кадры. Понятно, вырез, карьер. Смотрите, бомж. Sur les toits, les girouettes tournent et font les coquets. Бомжара, avec le premier vent qui passe indifférent nonchalant. Salut, Сена Солома. C'est encore moi. Salut, comment tu vas? Ни о чем. Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi. Что, может, есть другая очередь? Нет, а пешком вот так. Что я могу сказать? Вы видите, где мы находимся? Это Нью-Йорк. Мы пойдем сюда и найдем кого-то, кто более английский или даже по-русски. Если меня спросите, почему был в Париже и не попал на Эйфелеву башню, то я вам покажу сейчас. Вот касса. И вот пошло, пошло, пошло. И вот там она еще заворачивает. И вот там, кто последний, надо спрашивать, где-то вот там. Париж. В общем, наша мини-группа приняла решение не подниматься на Эйфелеву башню даже пешком, потому что это реально очень много времени займет. Вот, и лучше мы пойдем прогуляемся к Нотр-Даму. Может быть, когда-нибудь в другой раз. Да, там чуваки ходят с автоматами тупо. Охрана. С такими огромными автиками. Сейчас, то есть вышли, и очередь так. Очередь, о, надо с ними договориться, короче, ребята, а можете очередь нам уменьшить? Все, бонжур.